Ничего себе, молодой и задорный. Редко были очные встречи до этого. Но вот у Налбандяна с Лу была одна очная встреча в бикини на турнире в Пекине. US Open у него было, как у него на Умблдоне, на Ролан-Гаррос было. А, выходил он здесь один раз в полуфинал в 2006 году. И три раза в четверг. А так в основном активно выигрывает Лу в этом матче. Вот как сейчас, например. Молодец, Давид Налбандян. Вот все-таки сейчас засчитаем это активно. И эйс. Сразу же тут эйс. Выручила подачу. Сразу же с первой подачи Лу атакует. И очень нагло первым номером играет Лу в этом розыгрыше. Но что сотворил у сетки Давид Налбандян? Наконец-то приблизится хотя бы к сопернику в счете на его подаче, но вот ни у кого не получается. Отлично подрезал мяч Давид Налбандян. Ах, все-таки Налбандян пропустил. Все-таки не выдержал в дальнейшем ходе этой встречи. Поэтому понятно, на один гейм у Налбандяна больше, но на один розыгрыш в гейме, в 10-м гейме второго сета больше у соперника. Ой, как здорово сыграл Лу. Молодец, блестящая атака. Какая классная получилась. Неплохо, неплохо. Нет, нет. Молодец. Вот это глаз. Вот это чувство площадки мяча и траектории полета. Это Лу должен был достать, но он такой парень-то легкий, поджарый. Нашел все-таки пробел. Ну тут. Поймал. Налбандян поймал соперника сейчас. Как и весь коварный теннис этого тайваньского спортсмена. Но когда-то удача.
And there's the forehand. Oh, smart throw. Went for the play between the legs then. And for Lou. No, we're all about time. Game, Darmania. And you take a long look. Yeah, no, no, no. Nalbandian holds serve, he leads 3-2. Bit of luck. Fertil. Oh, well played. Terrific return. Again, it's 4-all. Well, that's the second time. It's been a long, hard road, and it's
it's not over yet, but Nalbandian leads by 2 sets to 1. 15-0. You wouldn't think so, he's good luck. Come up with a miracle shot here, and look at that, how cute. A lot of wrist in that. Mm-hmm. Oh yes. Second service ace seals the game for Nalbandian. First court. And he had to hit a winner off this because there was no coming back if Lu got to the ball, and he's come up with the winner. Yeah, now Bandian holds serve. It's make or break time for Lu Yinsun. He'll be. It's 2 sets.
And that's out. That's the break in the opening game of the fifth set to Lu Yensun. And a roar of disapproval from the crowd. Nalbandian showing his anger, his frustration, his annoyance. Oh, he's not happy. He's... going to challenge. Lui, call was out. It's good. Thank you.
Lou being there. Six four, five seven, four six, six four, six two.